Еще одна новинка 2018 года. Помидор под названием «Берег Святого Андре». Вот такие вот огромные помидоры. Вот, как видите, висят. Связываться достаточно много на кустиках. Сейчас пойдем взвешивать, смотреть мякоть. Так, вот у нас такие вот, сорвал я уже помидоры. Чаю весы. Вот помидор, вес его 598 грамм. Еще один плод 491 грамм. Это средний вес плодов. Был у нас в этом году один плод весом около килограмма. Вот посмотрите, какая у него красивая мякоть. Очень сочная. Плоды красные. Мякоть розово-красная. Сок прям вот течет. Куст у него высотой до полутора метров. Средний вес 500 грамм. 500-600 грамм. Максимальный был в этом году килограмм. Один из первых плодов. Мы их давно уже сорвали. Хорошо подойдет для томатного сока, салата. Попробуйте. Мне в этом году этот сорт выращивал впервые и понравился. Попробуйте вырастить и вы. Очень вкусный. Да, по сроку созревания это ранний сорт. Пробуйте, сажайте.